И самое главное, почему его бессмертным называют? Последний раз хан Кончак упоминается в летописи как участник взятия Киева в январе 1203 года. Когда он умер, точно неизвестно. Найти погребение Кончака или одного из ханов во времена расцвета нам не удается. Хан Кончак прожил 101 год. За это время на Руси выросло, родилось и умерло более 6 поколений людей. И все эти 6 поколений помнят хана Кончака. Видимо, это и повлияло на появление нескромного эпитета «бессмертный». Потому что вроде бы мы боремся с ними, а они все нападают и нападают.